Будем слаживать. Например, 35 рублей. Здесь копейки, 50 копеек. Давайте мы что-нибудь купим, например, да? Давайте, пожалуйста, давайте что-нибудь купим. Вот, например, мы купим мандарин. 0,5 килограмма. Сколько там вывешивает? Посчитайте нам на счет. Ну, давайте. И вам хорошо, и нам полезно. Давайте купим мандарин. Так, 90 рублей. Угу. Так, 400 не заложила. Еще одну посадим. Хорошо. Больше, меньше. Так, считай, тут у меня весы. Угу. Вот, я ложу на 43. Да. Вот это, значит, у нас вес, это цена. Набираешь только цену на этих весах. Вот сумма идет. 43, вот 74 копейки. Так. Дальше, например, поехали. Потом, например, шоколадку какую-нибудь. Давайте, поехали. Например, какую? Какой-нибудь просто без добавок, без всяких, просто молочный шоколад. Так, ну 300 граммовка или вот сударушка у меня просто есть маленькая. Давайте сударушку. Штучки три. Три, пожалуйста. Угу. Вот так. Это будет 45. Вот смотрим, это будет вот 1, 2, 3, 40. Вот 4, 40. И вот 5 вниз, 45 рублей. Да. То есть в самом нижнем рядом не пользуетесь, да? Вот в смысле? Самый нижний. Вот это, да, а, это. Ну, нет, это вот, допустим, 25 копеек. А тут сотые тогда уже там пусуют. Ага, максимально, значит, у них можно досчитать. Так, это рубли, ну, десятки, сотни. Тысяча вот. Тысячи, 10 тысяч. Миллион. Миллион. Да? Миллион? Нет, ну не получается. А сколько? 100 тысяч? 100 тысяч, потому что получается. Это чего? 10, да. Единицы, десятки, сотни, а тысяча. Да, 10 да. тысяч, 100 тысяч. Ой. Миллион. Миллион? Даже удивительно. Я туда не залажу, поэтому я не в курсе. А почему косточки вот разного цвета, вот эти две черные? Ну, это просто, наверное, чтобы помимо тысячи вот здесь, чтобы, наверное, позаметнее, специально так сделано. А, понятно. Так, потом, значит, что? И, например, спички. У вас есть спички? Например, есть спички. Вот, нам нужно спички, ну, большой такой, да, упаковочек. 8 рублей. Значит, ложим чего? Вот эту десятку ложим, 10, а 2 убираю, это будет 8. Вот, понятно. Так, и всего сумма? 96,74. Получается. 96,74, вот. Отлично. Хорошо.